Девчонки, всем привет! Меня зовут Валерия Лайш. Я хочу сегодня рассказать о том, как я окрашиваю свои волосы. Окрашиваю волосы я хной и басмой. Хна и басма очень хорошо укрепляют волосы, структуру волос, хорошо закрашивают седину. Сейчас на данный момент я уже окрашиваю волосы хной и басмой. Если вам интересно, как я добилась такого результата, то желаю приятного просмотра. Для приготовления нам необходимо 2 пакетика хны. Хна у нас иранская, натуральная. И 1,5 пакетика басмы. У нас тоже басма иранская, натуральная. Берем посуду, берем тарелку пластмассовую, потому что в железной хна наша может быть окисляться. Высыпаем наши пакетики. Высыпаем басму. Хна. Так. Еще один пакетик хны. И 0,5 пакетика басмы. Сейчас берем кипяченую воду и заливаем. Чтобы наша смесь заварилась. Так, перемешиваем. Смесь должна быть не жидкой и сильно не густой, то было вам удобно ее накладывать на волосы. После того, как мы хорошо размешали нашу хну с басмой, я беру оливковое масло и добавляю 2 столовые ложки обычного оливкового масла, которое я покупаю в обычном магазине. Сама хна, она очень хорошо укрепляет структуру волос, но корни волос, а структуру волос она может немножко подсушивать. Я добавляю 2 столовых ложки оливкового масла. И все размешиваю. И размешиваю. Беру тарелку и закрываю, чтобы нашу хну с басмой, чтобы она хорошо заварилась. И через 5 минут, когда остынет наша хна с басмой, можно уже будет наносить на волосы. Она у нас уже заварилась. Я беру обычное свое полотенце, которое необходимо положить на плечи, чтобы не вымазаться полностью. Так. И сейчас будем наносить нашу хну вместе с басмой. Так, берем нашу хну и наносим сначала на корни и рядами. После того, как мы нанесли хну с басмой, я беру пакетик, одеваю такую шапочку на голову. Так. И беру, одеваю полотенце и буду ходить часик. И одеваю полотенце на голову. И
Часик буду ходить, чтобы хна с басма хорошо смывалась. Вы изначально берете обычную свой бальзам либо маску, наносите на волосы и смываете, а потом обычно моете голову, как обычно, шампунь плюс бальзам. Встретимся через часик с вами. Девчонки, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео было очень интересным для вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет очень много интересного. Пишите комментарии ваши. Всем счастливо, всем пока!